Привет, мои добрые, хорошие, с вами Наталья Бельгия. Сегодня, ну, тоже видео из нашего лета. Мы как-то гуляли в очень-очень-очень красивом месте. Здесь у нас в Бельгии. Называется замок Питершейн. Ну, я надеюсь, правильно произношу. В названии написано, как он правильно пишется. Как оказалось, это, ну, не просто замок, не просто парк. Это маленький такой отель старинный. И это место, где, ну, проводятся свадьбы, можно всякие мероприятия там проводить. И, по-моему, на первом этаже кафе. Но, к сожалению, когда мы там гуляли, кафе было закрыто, мы не смогли там побывать. Но мы обязательно еще туда поедем, но, тем не менее, видео будет о прогулке по парку. То есть вокруг этого замка, ну, я не знаю, замком можно ли назвать это место, такой мини-замок. Скажем так, вот. Мне даже кажется, что там мы читали таблички, но и там что-то было, типа это был раньше охотничий, типа охотничьего домика такое что-то было, вот, много-много-много лет назад. Вот, ну не буду придумывать, если кому-то интересно, обязательно навестите, кто поблизости живет, потому что, ну, это на самом деле классное место, да, я бы там еще... Ну, пару ночек, наверное, провела в этом местечке. Вот. Поэтому пойдемте смотреть. Наконец-то мы добрались до этого замка, потому что в прошлый раз... Ну, потому что в прошлый раз мы были заблокированы на детской площадке, а в этот раз мы с другой стороны решили заехать. Сначала здесь прогуляемся, а потом на детскую площадочку. На карте, кстати, выглядит все гораздо масштабнее, чем на самом деле. Мы думали, что больше тут будет расстояние. Нет. Больше. Такой вот замок. Красота какая. Да, уи. Классное место прям. Сегодня, кстати, четверг. Я обязательно взяла на французском говорить по четвергам. Поправляет меня. О, какая красота вообще. Смотрите, лебеди плывут. Плыли гуськом только что. Красавцы такие. Плывут гуськом. Смотри, second parent. Да. Смотрите, я думаю, что это мама. Детки, он серенький, еще не оперились. Yes, и папа вон сзади еще плывет. Красавец. Че, он с виду развалины, а внутри современное строение уже. Это фарм как-то перевести там. Ферма. Можно здесь зайти внутрь этой фермы. Но вот маски, к сожалению, все еще тут требуют, поэтому мы не пойдем. Дерево. Шикарное. Баобаб. Как ты вижу? Все. Смотрите, какое дерево огромное. Масштаб. Сладкого ела, а на горе сидит. Какой мост красивый. Очень красивый мост. Смотрите, какой. Ты
Какая штучка? Какое дерево пустое внутри. Смотрите, прям пустое. А на самом деле оно все в зелени. Все зеленое. Смотрите, как интересно. И тут тоже. Устроили замок. Обожаю вот такую картину, когда семена летят, вот эти пушинки. Камера не передаст, скорее всего, но вот они прям летят. Очень красиво смотрится. Так, вот это вот мы все шли. Поле, смотрите, какой вид открывается. Вот он. А, yes. Вон это. Этот замок. А мы сейчас... Так, вот там тоже есть тропинка. Итак, сейчас к замку пойдем. Вот этот мы весь путь вот этот прошли сейчас. Красота. Обалденная, конечно, красота. Такие аллеи. Вообще. Круг замка. Классно, наверное, когда ты живешь в замке. Каждый день можно гулять. Так вот. Прогулялся в аллейке. Пошел к пруду с лилиями. И вот замок этот. Ну все, я надеюсь, прогулка вам понравилась, потому что ну, место действительно классное, классное, такое спокойное, тихое вообще. Вот, классно было бы там проснуться. Вот. Вообще классно было жить в таком замке. А как вам? Желаю вам всем, чтобы вы жили в таких прекрасных местах. Но самое главное, пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока.